Аж реально глаза режет. Так, что-то у нас артиллерийский тягач. Что-то у нас такое. Вот как-то так. А вот это что-то на гусеницах. Что-то прям реально для бездорожья рассчитано. Такой мини-камазик. Прям реально что-то как современный вот этот Урал, только чуть покомпактнее и на гусеницах. Это у нас какой-то мини-танк. Это давайте глянем. Так, это у нас транспортный трактор, а это у нас артиллерийский тягач. Вот такое. И тут, заметьте, оно на колесах, и при этом колеса проходят через гусеницы задние. То есть именно, я не знаю, конечно, на какую скорость оно может разгоняться и по какому бездорожью в таком плане ездить. Но что-то прям такое необычное. Это как бы и не танк. То есть и не для обычных дорог. А сзади тоже, если глянуть, впереди обычные колеса, а сзади вот такие гусеницы. Так это у нас полугусеничный тягач.